Очень добренький день. Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Сегодня у нас 3 октября. Сегодня у нас закрытие сезона. Прощание с дачей, можно сказать. Владимир Павлович. Всем машет привет. Шашлыки жарит. Шашлык жарит, Павлович. А запахи-то какие? Запахи-то! Сейчас, по-моему, все садоводство придет. Шашлыком. Здесь вот стол поставили. Столик. Решили не там, а тут вот на солнышке. Уже всякое прохладно. Да, Владимир Павлович? О! Уже одна партия готовая. Все, ждет гостей. Лариса Николаевна кудри наводит. Помадка помазюкалась, пудрями напудрюкалась, кудрями накудрюкалась. Сейчас придет красивая, как луна. Вот так вот. Бассейн вымыли. Бассейн вон у нас. Воду пускай и ныряй. Вот такой у нас тут бассейн. Бассейн еще и вон. Петуньки надо полить. Одна баночка петуньек. Ну тут что? Тут все уже навели порядок. Все. Все прибираем. Все, баню отмыли, помыли. Машинку все. Ой, сейчас. Вот тут все помыли. Новые мочалки повесили. Вот тут все. Ну, короче, объект к сдаче готов, будем говорить. Ну, тут ничего такого нету. Все по-старенькому. Вот малину сейчас маленько собрала покушать. Малинка, еще малина есть, малин много. Малин много еще. Еще до заморозков она будет плодоносить. И будут люди кушать. Вон это. О, точно. Ну, вообще. Очень много малины. Да. Все. Последний день-два. И мы отсюда съезжаем. Да. Что характерно, вроде как все собрали, съели, а она опять появилась. Угу. Да вообще, это... До осени малина вообще высох. Во-первых, ничего уже нету из-за этих ягод. Да. А малинка радует. Вот. Пощипать утречком встаешь, как ты. Да и днем хоп-хоп, нащипался, наелся. Он как стал. Розы вот я. Дуги поставила, обрезала на высоту дуг. Вот. А потом ультрасилом они накроют. Тут у меня тут тоже все готово. Павлина своего, чтобы не улетел, замотала. Ну, вот так вот. Эту гортензию тоже так же обрезала. Ну, посмотрю, посмотрит, вернее, потом весной будет обрезать уже как ей надо. Тут вот эти как бегонии остались. Она, Наташа сказала, новая хозяйка, оставляй, я заберу домой. Ну и хорошо, что главное не брошенные. Так, что тут? Там вот чеснок уже, две грядки она посадила себе. Приезжала. Вот, а тут, ну что, уже октябрь. Ну, погода еще стоит. Погода стоит еще. Все вазоны прикрыли, все тут. Короче, объект готов к сдаче. Но... Хризантемка тут вот осталась. Отчеток не обрезан. Ну, сама обрежет. Надо будет обрежет, не надо, значит, так будет. Вот. Все уже желтеет, все уже облетает. Вот это как ее... Не персик, а абрикос желтенький. Ну, вот капустка у нас тут осталась. Сейчас по капустку покажу. Тут вот. Ну, все без изменений, как мы всегда делаем.
балабашки. Опустила сюда в бассейн. Воду мы оставим. Мы уже второй год так. Первый год хорошо у нас перезимовал он. Вот так вот. Уже груши покраснели. Листочки. Вот посмотрите, какая у нас это. Как ее. Капустка декоративная. Пальма. Елка-елка, мишка-мишка. Мишка-мишка, елка-елка. Такая, как пирамидка, да. И это ж такая вот. Видать, сорт такой. Пирамидкой. Это розовая, это белая. А тут, видите, какая распускается. Ух! Ну вот она будет тут. И до зимы срежет Наташа, не так оставит. Но это уже дело каждого. О, там все не убрала. Вот видите. Вот очток, посмотрите, как распустился. Красота. Красота среди бегущих первых, нет, ты отстающих. Тут еще пока ничего не делала. Что-то пробегал все эти дни. Ну ладно, уберем это все, сделаем. Рододендрон еще не прикрывала. Но тут все уже к зиме готово. Сейчас мы будем ее чекерить. Ну, вот так вот приблизительно я начала. Пол, что, подойди поближе, пожалуйста. Ну, смотрите. Вот ветки я просто обрезаю так вот. Беру и просто пока повыше. Приблизительно, ну, плюс-минус вот так вот цветы обрезаю. Потом уберу. Ну, вот так вот. Так, чтобы были на одном этим. Вот так вот приблизительно. И все. А весной уже посмотрим. Как где-то что-то какая-то тонкие убираю, вот тоненькие веточки. Но это весной потом. Вот такие вот тонкие убираю веточки, чтобы они всяко подмерзнут. А вот такие, если подмерзнет сверху, то я смотрю, где почечка вот просыпается. И вот так по почку прямо обрезаю. Можно чуть повыше. Вот так. Вот так раз и все. Которая замерзнет. И все. Больше я ничего не делаю. Подкармливаю, удобряю, поливаю и все. Ну вот так вот. Короче, сейчас так цветы убираю. Да, сейчас только цветы убираю, все, потому что за зиму... формировать будешь зимой, да? А? Ой, весной. Да, формировать уже мы будем весной. Которые тонкие маленькие веточки мы будем убирать. Они все равно подмерзнут. А и эти тоже бывают подмерзают. Вот большие такие, чуть-чуть прям макушки. Я потом их под форму придаю. Какой вам надо длинный, можно вообще вот так обрезать. Но мне нравится, когда повыше и вот такой большой хороший куст. Так что вот ничего тут сложного нету. А не считаешь почки? Нет. Потому что, а что их считать? Они, Володя, все равно подмерзнут за зиму. Это... Когда ли? Весной делаешь, да, обрезку? Весной уже мы будем смотреть. Листья все отпадут, и мы уже будем смотреть. Ага, вот здесь вот почечка... Между узлом почка не вышла. Значит, будем обрезать его так ниже, до другой почки. А потом уже там кустик у нас сам разберется, что как. Ну, вот так вот. Я вот так обрезаю все. Так что... Ну, ясно. Это мой такой метод. И их складываешь? Я складываю их сюда в вазоны, потому что вазоны очень большие. И земли сюда очень много. А за зиму я накрываю целлофаном вазоны, кто нас смотрит. И вот так вот укладываю. А потом сюда песочек, земельки, перегнойчик. И сажу у петуни. Да, петуньки вампельные. Все, оно там прогнивает, земля это самое оседает. И вот видите, потом отсюда вытаскиваю, видите уже вот это вот прошлогодние перепревшие эти. И все, они тут у меня идут в почву. Сюда раскладываю везде, с вазонов достаю. И каждый год вот так одно и то же делаю. Вот видите, гортензия как подстригла я. Вот так вот высоко я ее подстригаю, а весной потом подравниваю. Ну, так вот она у нас стоит. Вот азалия.
Я еще ее дуги поставил, но не накрывала. Надо будет завтра, надо прикрою, отдушину оставлю. Ну, новая хозяйка еще не знает, как я тут все делаю. Показать, как мы это все делаем. Так, ну вот. Туйку прикрыла ящичком, чтобы ее снегом не раздавило.